Анархизм в последнее время почему-то всегда с определенным уклоном. И я когда веду прием, каждый прием приходят какие-то странные люди и говорят: мы хотим заниматься военно-патриотическим воспитанием молодежи. Я говорю: миленькие мои, а можно мирно-патриотическим? Они к этому вопросу не готовы. Вот. И, в общем, вы понимаете, что я хотел сказать.